Неудача на испытаниях аэротакси в Сколково могла произойти из-за задержки с началом показа. Как дал понять один из разработчиков электролета, аккумулятор аппарата за это время успел разрядиться из-за холода, как было сказано. На анализ технических показателей потребуется время, приводит его слова агентство РИА Новости. Бывает, говорят разработчики, и обещают усовершенствовать модель. Ну вот, в Сколково на разработку аэротакси потратили хулиард рублей, и у них не взлетело. А какие-то немецкие распиздяи собрали драндулет из говна, палок и ванны, и у них все летает. Написал меткий комментарий человек в Фейсбуке под именем Андрей Пахтин. Совершенно верно. И никаких миллиардов долларов не нужно. Чистый энтузиазм, голова. И вот вам результат. Парень полетел за булочками в местный бикерай, то есть в местную пекарню. Он разговаривает с продавщицей, которая поздравляет его с успешным полетом. Выходя, он говорит: все получилось хорошо, ну а теперь полетели домой. Ein- und Aussteigen müssen noch etwas üben. Aber na gut, sonst hat super geklappt. Ich bin jetzt angekommen hier beim Wetter. Und dann holen wir mal ein Brötchen. Naja, wer ist auch da? Warum auch immer. Hallo. Hallo. Wolf, hat das geklappt? Hat super geklappt, ja. Was darf es denn sein? Das war vorhin nicht, ja. Außerdem noch etwas? Nee, das war's. Zum Mitnehmen? Ja, genau. Okay, ja super, dankeschön. Bitteschön. Okay, das hat ja super geklappt. Ich habe mich ja gewundert, dass sie gar nichts dazu gesagt hat. So, dann können wir wieder nach Hause fliegen. Ich glaube, so kann ich gut abfliegen. Ich